Виномансер. Знание ядов – необходимый навык для тех, кто выбрал своей профессии смерть. Но виномансер зашел слишком далеко. Он ставил на себе эксперименты с ядами и токсинами, пытаясь выведать все секреты смерти. Ну и подох, соответственно. Да ладно, нет, на самом деле там было все не так, и продолжение будет другое. Ну и это развратило его ум и превратило его тело в ужасное существо, воплощение ненависти ко всем чистым созданиям. Он способен поражать противников сгустками яда и выпускать облако токсичного газа, которое опасно для всех живых, кто находится рядом с ним. Кто еще сдохнет с ульты? Хорошо. Просто. Классика. Что ж, друзья, сегодня у нас один из самых приятных персонажей Доты на обзоре на нашем гайде. Расскажу вам, какие у него есть фишки, покажу вам, соответственно, геймплей, наведу на голове порядок и начну рассказывать о его способностях. Ребят, готовы? Тогда поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Venomous Gale. Venomous Gale — очень приятная способность для тех, кто любит просто нагнетать своих оппонентов. Ребят, Виномансер, почему? Приятный персонаж, когда на нем играешь, на нем приятно играть всегда, потому что никогда не знаешь, когда добьет enemy, а когда не добьет. И такой, знаешь, нежданчик. Опа, денежки пришли. Смотрите, ребят, что у нас делает первая способность. Во-первых, первая способность — это способность, которая наносит магический периодический урон. Это способность массовая, и, соответственно, что у нас будет происходить, когда мы будем ее кастовать. Во-первых, это вот вроде такой вот таргет появляется. Мы нажимаем кнопочку, у нас вылетает такая штучка на расстояние 800 единиц и радиусом, и имеет радиус у нас 125 единиц. То есть, соответственно, если у нас персонажи будут вот так вот немного стоять, то мы плюем, мы цепляем их сразу, какой-то дэмэдж наносится, и потом периодически урон у них срабатывает у enemy оппонентов, и они по чуть умирают. Давайте разберемся же по уровням прокачки, что у нас будет происходить. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки дэмэдж у нас будет разный. Сразу наносимый дэмэдж будет у нас 25 на первом и 10 дэмэдж, который будет посекундно наноситься. На втором 50 и 40, на третьем 75 и 70, и на четвертом 100 дэмэджа, и 100 дэмэджа будет наноситься периодически. То есть, какой вот этот дэмэдж, первый дэмэдж, который тут указан, этот первый дэмэдж у нас по попаданию в цель будет сразу мгновенно наноситься. То есть, соответственно, 25, 50, 75 и 100 единиц в зависимости от уровня прокачки будет мгновенно наноситься. То есть у нас сейчас Venomous Gale первого левела, то есть, соответственно, 25 дэмэджа сразу нанесется. И через каждые 3 секунды будет наноситься у нас по 10 дэмэджа. Таких срабатываний будет 5. Длительность данного спелла вообще 15 секунд. Очень прикольная, если честно, длительность. Перезарядка 22 секунды. И касаемо у нас монокостов, 125 маны, это все, в принципе, такая вот простенькая тема. Ребят, очень мощный спелл, на самом деле. Также не стоит забывать, что во время этого спелла можно добить оппонента союзного, если, допустим, Веном играет ВС, и, соответственно, на нем вот этот первый спелл, и когда у нашего тиммейта меньше, чем 25% от общего запаса здоровья, то мы можем его добить. Плюс не стоит забывать, что этот спелл у нас замедляет очень сильно на 50% на кратковременность. И эти 50%, они по чуть начинают возвращаться по 1% в 0,3 секунды. То есть, соответственно, буквально через где-то секунды 3-5 вы уже начинаете бегать как бешеный. Смотрите просто, как дамажит, как продамажил просто этот первый спелл. Он может максимально нанести без учета резистов до 600 единиц на последнем левеле. На первом 75 единиц, на втором 250 и на третьем 425. Но на четвертом 600, я уже сказал. Блокируется эта вся тема у нас БКБ, хай развеять можно сильным каким-нибудь развением, да даже обычным там. Типа как диффуза и прочая такая тема. Пресс-атак, опять-таки, легион. У легиона очень сильно, сильное большое развитие. Ну и, в принципе, по данному спеллу все, ребят. Очень хороший рейндж. Такая небольшая, ну, приятная АОЕшка. Хорошее замедление. Очень много периодического дэмэджа. И, в принципе, все. И можно добить. То есть, ну вот, как-то так. Надеюсь, ничего не упустил. Поехали на второй спелл. Что, друзья, вторая способность на нашем персонаже — это способность, которая улучшает наши постоянные автоатаки
это не является орб-эффектом, то есть, соответственно, будет сочетаться с другими какими-то орб-предметами и, соответственно, будет нам улучшать нашу атаку. В общем, смотрите, что у нас происходит. При прокачке данной способности наши обычные атаки становятся вот такие вот заразительные. Они будут у нас в зависимости от уровня прокачки по-разному действовать, будут давать разные фишки. И, соответственно, что это вообще, я вам сейчас расскажу. Во-первых, что нужно знать по данному спеллу. Этот спелл имеет статус как просто отнимание здоровья. То есть, соответственно, под этим спеллом, вот под этим вот бафом, мы можем, во-первых, блинковаться. Мы можем хилиться, мы не можем развеять его, то есть диффузом там развеять мы не можем, БКБшка мы тоже не развеиваем, но дэмэдж нам не наносится, но статус висит, то есть, соответственно, по выходу с БКБ мы сможем получать, опять-таки, продолжать этот дэмэдж. И, соответственно, какие плюхи у нас тут есть? Смотрите, в зависимости от уровня прокачки у нас будет все по-разному. На первом левеле будет наноситься 6 дэмэджа в течение 6 секунд, посекундно, и замедление будет на 10% enemy оппонента. На втором левеле 12 дэмэджа на 9 секунд будет у нас вот эта тема длиться, и замедление будет составлять 11%. На третьем уровне прокачки будет у нас наноситься 18 урона в течение 12 секунд, то есть 18 урона в течение 12 секунд, а просто посекундно будет наноситься, я что же говорил, да? И, соответственно, moment speed будет замедлен на 12%. И на четвертом уровне будет наноситься 24 дэмэджа в секунду, и эта тема будет длиться у нас уже 15 секунд, и замедление moment speed будет составлять 13 единиц. Это очень, если честно, много, но есть вот эти нюансы, что как бы статус вот этот, да, что типа персонаж просто по убыванию здоровья, можно как бы блинковаться и тому подобное, но ничего, не суть. В общем, ребят, этот спелл еще может работать у наших иллюзий. Это, допустим, ну, просто будет нагнетать, да, получается. У иллюзий спокойно будет работать. Плюс, эта способность, она не складывается. То есть, допустим, если вы думаете, что вы будете вот так вот плевать, ну там, накидываться. Нет, эта способность складывается, она просто, как сказать, она обновляется, и, в принципе, все. Максимальное количество дэмэджа, которое можно нанести с этого спелла, так сказать, может быть такое. Ребят, смотрите, 36, 108, 216 единиц и 360 единиц здоровья просто мы можем отнять, если там нету резиста. То есть, допустим, если мы собрали дискорд, и столько урона мы будем с одного плевка просто наносить. Но это очень приятный универсальный спелл, который позволяет задрачивать оппонентов на линии и не позволять им ничего делать абсолютно. Ну и, соответственно, эта способность, так как это пассивка, она может отключиться изи сильверейджем. Ну, вроде все, ребят. Поехали на третий спелл. Так, друзья, следующий спелл на нашем персонаже — это вот такие вот змеечки, которые мы будем ставить в зависимости от уровня прокачки. Они будут у нас разные и разной плотности, разного дэмэджа, и, в принципе, это все. В общем, смотрите, в зависимости от уровня прокачки у нас тут будет улучшаться змейка, как я уже сказал, я уже повторяюсь. И давайте, прежде чем разбирать уровень прокачки, поговорим о других нюансах. Во-первых, эту змейку мы можем ставить на расстояние 850, вот такого вот расстояния. Будет это у нас требовать 20 маны всегда, колдаун у нас 5 секунд этих змеек, соответственно, можно их немного, так сказать, наспамить. И, соответственно, длительность одной такой змейки будет 40 секунд. После того, как 40 секунд эти кончаются, у нас змейка, соответственно, и пропадает. В зависимости от уровня прокачки, змейка у нас будет, опять-таки, плотнее и больше наносить дэмэдж. На первом левеле будет она 75 хп иметь, и максимальный ее урон будет 11 урона. Второго левела у нас будет на 200 хп, уже 21 максимальный урон. Третьего левела 325 хп будет и 32 максимального урона. И четвертого левела 450 хп будет уже и 42 урона. Соответственно, второго левела змейка вот 17-21, да, дэмэдж. Третьего левела у нас будет змейка, соответственно, 26-32, 325 хп. И у нас четвертый левел, соответственно, будет сейчас уже такая плотная, уже сформированная змейка, 450 хп и 42 дэмэджа максимально может она уже нанести. Какие плюшки у нас имеет эта змейка? Во-первых, эта змейка унаследует наш второй спелл, то есть, соответственно, эта змейка будет замедлять оппонентов, но будет она... Я вам сейчас расскажу, как это будет работать. В общем, смотрите, наша змейка, вот она, ее ставишь, и она вторым спеллом у нас, так сказать, на убывание здоровья заражает наших enemy оппонентов, и, соответственно, что она и как это вообще делает? Она, данная способность у змейки, она работает не на все 100%, как у нас вот тут вот она вот в принципе работает. То есть у нашего виномансера
у нашего Веномансера, этот спелл работает на 100%, а у Змейки будет на 50% в зависимости от уровня прокачки нашего основного, то есть героя. То есть если у нас на четверочке тут закачано, то будет соответственно 50% от четвертого левела вот этот дэмэдж будет тут у нас, так сказать, наноситься с этой вот пассивочки. То есть соответственно вот этот яд будет накладываться в 50%, так сказать, меньше. Ну вот 50% действия. Плюс, ребят, что нужно еще знать. Данная змейка у нас, во-первых, ну, про хороший рейндж я сказал, она имеет хороший вижен. Вижен днем у нас будет равный 1200 единиц. И ночью у нас будет, будет 800 единиц. 800 единиц обзора. Вот обзор, опа, уменьшился. И 800 единиц обзора ночью. Это очень прикольно, потому что позволяет, допустим, если мы в какой-то опасной ситуации, поставили змейку, тут подходик мы уже видим, и все у нас отлично. Вариативность использования данных змей просто нереальная, ребят. И в принципе, по этим змейкам все. Магию на них применить нельзя. Для того, чтобы их разрушить, нужно просто хп им сносить. И в принципе все. Все. Атакует она тут также написано наземных и воздушных юнитов. То есть, соответственно, курьеров эта змейка мочит на ура. Потому что вторым спеллом она заражает курьера. И просто мама выключай, страшно. И, в принципе, по данному спеллу все. Поехали на ультимейт. Ультимейт бомба. Что, друзья, следующая способность в нашем персонаже — это наш ультимейт. Наш ультимейт на 85-й карте апнут у веника. А апнут чем, я вам немного позже расскажу. Давайте разберем вообще, что у нас будет происходить, когда мы будем нажимать ту кнопку. Во-первых, вот такая вот у нас облачко. Распространяется это облачко на расстоянии 575, плюс ширину вот этой темы у нас имеет 225 единиц, и в совокупности общее расстояние данного ультимейта будет у нас 830 единиц. То есть 830 АОЕ мы сможем кого-то заразить, и что-то у нас будет происходить. В зависимости от уровня прокачки у нас тут будет все разное. Будет разный дэмэдж, разный монокост, разные колдауны. Вообще все полностью будет у нас кардинально меняться. Давайте уже конкретно разберем. Без аганима. Разбираем без аганима, так как у нас в персонаже тут есть аганим. Смотрите. В зависимости от уровня прокачки, на первом уровне у нас будет наноситься 30 дэмэджа в секунду на 16 секунд. На втором левеле 55 дэмэджа в секунду, на третьем 80 дэмэджа в секунду. Колдаун у нас будет 140, 120, 100 единиц. Монокост у нас будет 200, 300 и 400 единиц. Очень большой монокост, но ничего страшного. С покупкой аганима все будет намного лучше. С аганимом у нас дэмэдж будет такой в секунду. 60, 85 и 110 единиц на ласт левеле. Колдаун у нас будет также улучшаться 140, 120 и 60 секунд. То есть на last level вместо 100 секунд у нас будет уже 60 секунд. То есть на 40 секунд будет снижаться колдаун. Это очень много, но монокост остается неизменным, к сожалению. А апах на 85-й карте, что я вам хочу сказать, ребят. Во-первых, этот ультимейт имеет теперь статус неснимаемого, так сказать, бафа. То есть мы не можем его развить диффузой, не можем скинуть манты, как мы это делали в 83-й карте, соответственно, дэмэдж будет все равно проходить. А об БКБ вообще идет отдельная история. Смотрите, вешаем, жмем БКБ. Во-первых, не слетает у нас статус, БКБ идет, дэмэдж не наносится, но как только БКБ проходит, сразу же персонаж продолжает получать дэмэдж. Но и из минусов данного ультимейта, что нужен какой-то внешний возбудитель. Так, извращенцы, внешний возбудитель дэмэджа, а не то, что вы можете подумать. Внешний возбудитель дэмэджа нужен, чтобы персонажа смогли убить, добить, чтобы персонаж смог умереть от ультимейта. То есть от ультимейта, от самого, он не может никак персонаж умереть. У него всегда будет оставаться там 1-2 хитпоинта, вот так вот будет хп всегда дрочиться. И нужно что-то такое, чтобы смогло добить. То есть, допустим, либо плевок Веномансера, либо первый, либо просто змейку рядом поставить, чтобы его просто добило и заразило. То есть нужно какое-то вот количество дэмэджа, чтобы все равно наносилось персонажу. То есть тут, допустим, ну, то есть добить ультимейт просто не может. Ребят, общее количество дэмэджа, который персонаж этот может внести с аганимом и без аганима, будет такой. Смотрите, 510 единиц на первом уровне, 935 на втором и 1360 на третьем уровне. И с аганимом будет наноситься больше, намного больше, ребят, почти в раз. Смотрите, 1020 дэмэджа с аганимом на первом левеле, на втором 1445 и на третьем 1870 единиц можно нанести с ультимейта, но это
так сказать, без учета резиста, то есть родной резист мы как бы не учитываем. И в принципе вот такая вот у нас тема касаемо Веномансера. Ребят, очень мощный этот персонаж, я вам сейчас просто продемонстрирую на практике, ребят, и тем, кому обязательно вот эта теория понравилась, тем, кому вообще нравится этот персонаж, ребят, обязательно поставьте лайк, ведь я для вас стараюсь, делаю какие-то нарезочки и интересные рассказы, ребят. В общем, приятного всем просмотра, и я желаю просто реально, ребят, каждому хорошего настроения после просмотра этого гайда. И в принципе все, ребят, поехали. Та-та-та-та-ра. Итак, ребят, сегодня я вам покажу некоторые забытые страты, фишки, которые реально нужно знать, нужно помнить. Это круто и интересно, реально. Главное, нам нужен центральный проход. Центральный проход. Центральная линия, соответственно. Слеер берут. Берем хилочку. Поехали. Думал, в хейл играю. Я рандом. Хотел забанить. Хэл, нет, это БШ-чка АП. Специально. Так, Нерубиан, Сакрет. Тяжело будет против Сакрет Вориора на данном персонаже. Потому что оно все абсолютно магический урон. Абсолютно все у нас идет мэджик урон. Соответственно, Хускар это очень плохо. У нас дэмэдж дилер один. Вот он, если он будет дурачком, это будет очень плохо. Ребят, в первой катке будем играть через змеек. Через змеек. Я мид, ребят. Напоминаю. Все. Напомнили, ребята. Виверны создают голую ворону. Посмотрите. Просто классика жанра. Ладно, гоу. Так, что мы имеем? Что мы имеем? Соответственно, все страты я сейчас сразу раскрывать не буду вам. Будете смотреть по ходу дела. Будем качаться через 2-3. Будем играть в пуш. Гейминг. Главное, чтобы наши тиммейты не были неадекватами и, так сказать, не мешали нам, когда будем делать грязные дела, ребят. Веномуса, Гейла пока, наверное, не будем качать. Но посмотрим сейчас по раскачкам. Но нам нужен максимальный буст в третьем спеле. Максимальный буст. Седьмой левел должен быть в четверочку. У нас плагуя вард. Плагуя. Вардики, да. Максим вардики и поехали. Хорошо, если надо будет. Хорошо, еще если ФБ сейчас заберу. Нет, не далось хитил. Печалька. Но ничего страшного. Пришлось Веномусов качать, но ничего страшного. 2 в 3 выйдем. Будет нормально. Go W. S. Нет, S не будем брать. Главное еще на миде фарма не терять. На миде нам фарм нужен. Нужны определенные артефакты. Так, змеи просто так качаем. На третьем левеле начнем подспамливать. Хорошо. Извиняюсь, в горле что-то застряло. Амир знает, что застряло. Ху-ху-ху. Stick finger in my ass. Вот так вот делаем. Вардик себе на хайграунд, чтобы чувствовать жопу лучше. Можно вообще веником играть в 1-2. 1-2, типа, я лину бы уже напрягал бы. 1-2 это очень агрессивно. Не зря я себе принес две хилочки. Две хилочки мне необходимы, потому что у нас тут лина. Не добил. И он добил. Найс. Гоу такой нестандартный билд. Вкачаем. Второй. Второй вкачаем, чтобы можно было подзадрачивать. Сейчас немножко... Позиционируемся. У меня пол хп, не очень хочется подходить. У нее оранжа очень сильная у Лины. Очень тяжело с нее будет стоять. Лина вообще Венома в мидлейне должна убивать. Все. Хил всадили. Опа. Ну пока мы сильно так не бычим. Вот сейчас можно. Сейчас можно. Ну стан я в любом случае тут ловлю.
Просто похарасим ее. Чуть-чуть. Хорошо. Еще вардик качаем. На расходники очень много уходит. Ну, это с Линой стою. Мне главное ПТ-шечку еще сделать. Хорошо. Рипы сразу агрятся, защищают ее. Хорошо. Сейчас у нас идет Аквила. Первый айтем Аквила будет. Соответственно, чтобы мана реген поддерживать нам. Чем больше мана рек, тем лучше, ребят. У нас змейки будут по колдауну ставиться. Сапожок надо будет еще взять. Хорошо, со змейками. Станом не попадает. Отлично. Змейки еще есть. Сапожок. Хилочка есть. Killing Spree кто-то там делает. Вивер у нас Killing Spree делает. Страшно вырубай. Ну, у нас, смотрите, даже роумера есть. Это радует. Так, все, змейки в атаке. Раки на пределе. Что? Ребят, не забывайте, что гайды выходят два раза в неделю стабильничком. К сожалению, не могу себе и вам позволить гайдики намного чаще, потому что, к сожалению, работа, вы сами понимаете, что работа, дело такое, работы очень много, и я не могу делать видосы чаще, чем сейчас как бы делаю. Я бы с радостью для вас сделал бы видосы намного чаще, но я не могу просто физически, ребят. Прошу у всех понимания. Всех люблю, ценю и уважаю, ребят. Заходите еще на стримы. Каждый вечер стримы. Интересные стримы я провожу. Ну, без агрессии, без матов. Но иногда бывает мат один какой-нибудь может вылететь. Литературный. Но это не страшно. Ой, как же плохо мне досталось сейчас. Хотя шел в инвизе, просто так получил. Затрынделся, все, затрынделся называется это. Так, ну мне нужна ПТ-шечка. ПТ-шечка, еще две минутки. И ПТ-шечка готова. Ребят, так что вот такое вот дело. Приходите на стримы, всех жду. Не забывайте ставить лайк под трансляции, под премьеры, ребят. Напоминаю, как проверить, премьера это или трансляция. Ребят, заходите, как сразу что-то идет. Ага, открывайте, ссылки в описании. Внизу написано, премьера началась через столько-то времени назад. Или трансляция началась столько-то времени назад. То есть вот так вот это все и узнается. Так что, ребят... Понимающие вы мои. Всех уважаю, люблю, ценю. И будьте реально красавчиками, какими являетесь сейчас в данный момент. Так, есть, почти есть ПТ-шечка. Вот так вот закуп. Вот здесь можно по страте подспамливать. Змейками начинать. Но пока мы сильно не суетимся, я вам расскажу чуть позже, почему. Чуть позже, почему. Расскажу. Хорошо. Лина стоит, просто вардики фармит. Курочка моя. Хорошо. Дабл килл, нифига там мутит вивер. Страшно, вырубай. Что-то как-то страшно, ребят, становится. Сейчас надо айтемы себе переправить. Можно изи Лину забрать на самом деле тут. Так, есть змейка. Хорошо. Оу, кура нужна. ТБ там. Смотрите, что делает. Задрот на ТБ. Оу, пока на мид. Срочно кура нужна. Хорошо, ставим тут змейку. Пока стоим. Змейки очень много наносят дэмэджа. Сейчас вам покажу страту. Забытую, уже давно забытую страту. Я ее проверил, она до сих пор рабочая. Она до сих пор рабочая. И поэтому... И поэтому я вам сейчас ее покажу. Ставим сюда, ставим сюда. Танкуем. Определенное время. Ставим сюда.
Все, забирает он агр. И начинаем спамить. Забытая старая страта. Успеваем. Хорошо. По одной тычке он, получается, не успевает доделать. Но ТБ не знает, что я тут в любом случае. Он стапывал. Смотрите, у нас там вивер какой агрессивный. Маны у нас хватит, потому что у нас такие айтемы, это норма. Хватает по времени, тоже хватает, успеваем. Единственная просадка в том, что другие линии просаживаются, пока мы пинаем Рошана на 7-й минуте. Но это даст нам буст сейчас сразу в левеле и в спе. Причем неплохой такой. Как видите, уже почти забрали. Но тут напряжная будет каточка, я так понимаю. Хорошо. Почти он у нас падает. Поэкономим ману, обузим по тэшечку. Wicked Sick делает. Страшно вырубай. Будем овнить. Злостно. Отлично. Забираем. Сразу два левела берем. Берем Venomous Gale. ТП на базу. Не заберем его. Хорошо. Стик, уплотняемся. ТПшечка. Есть. Химик АФК, да, плохо, что он АФК. Что у нас там, Лина? Сейчас будем овнить начинать. Забрали Рошу. Можно брать вот так вот делать. Все, побежали. Гоу вместе. Я помогу. Рошу, гоу. Все, сейчас вместе будем. Лего. Эх, Лего. Просаживаются у нас все линии жестко. Догон фура, да пофиг на его догон. Ой, хорош. Гоу-гоу-гоу. Не боись. Чарж просто. Вижен даю. Вижен даю, я если что разменяюсь. Хотя бы так. Виномуса закачиваем. И низ. Низго. Низго. Ну, жестко что-то овнят прям, пацаны, там. Вивер очень сильно овнят. Аквилу не вырубаем. Просто пушим. Так, сейчас больно прилетит. Только не мне. Спасибо. Оу. Ставим один вардик сюда. Чтобы видно было подход к нам. Чтобы мы тут увереннее стояли, потому что у нас отхода тавера нету. Урион пришел с догоном. Мы спокойно пушим. Надо отойти, наверное. Б. Только если куда-нибудь заведем их. Хорош убьет, походу, да? Хорош. Он там от носа ему. Отлично. Бара, красавчик, знает, что делать. Гоу. Пацаны. Смелее. Драка на руне. Да, иду. Иду, ребятки. Я буду драться. У тебя нет ульты. Овнем как могем, ребят. Окей, гоу далее. Бара хорош. Ух, от нос вылетел, ну найс. ВП. Хорошо. Овница отлично. Можно вот такие блокпосты делать. Типа, знаете, вот тут сейчас мы за крип скипаем, так сказать. Вот так понаставим. Змеи знают, что делать.
Отлично. Деда можно казнить, чтобы меньше дэмэджа исходило от него. Можно медальку собрать. Изи. Рошан падает через медальку. Еще отлично. Все, закрипскипали. Гоу здесь душить. Тавр. Хорошо. То есть можете с друзьями так, если что. Ну, если у вас не получится соло забрать, можете с друзьями пробовать. Ребят, ничего сложного забирать Рошана на 7-й минуте на Веноме. Ничего сложного нету. Абсолютно. Вон, крип скипается до сих пор у нас. Мы тут спокойно можем запушить. Вот тут закрываем дырку, чтобы никто не смог выйти в случае, если тэпнется. Но... Угу. Уходим. Душат пацаны по-страшному. Ну, он умер там. Какого левела? Третьего должен умереть, по идее. Окей, уходим на базу. Не, живет все же. Зафармим. Жалко, что ТБ выжил там. Гоу. Возьмем один сентричок на всякий случай. Да, выжил он там. У него поинт-бустер. Зачем-то. Ой, да убьешь его, убьешь. А, у тебя просто ПТшка. Маны жалко, не хватает на ацит. Лина, гоу, Лину. Ну, сейчас надо помогать пацанам. Нету, нету у него там кнопок. Хорош, Виверна, молодец, отлично отыгрывается. Продолжается файт. У нас нажимается блейдмейл на Баратрун. Баратрун впитывает очень много дэмэджа. Вивер грызет у нас просто тут. Убиваются все у нас. Убиваются все у нас тут, ребятки. Нету дастов там, интересно. Она гоуспамим змейками просто. Нам лего нужен. Добивает его. Хорошо, агрессируем немножко так. Страшно, вырубай. Но Вивера я минусанул. Хускара боюсь. Не знаю, в пуш тут не получается. Види, как агрессивно. Я пытаюсь только сдержать линии. Линии сдерживать, потому что, ну, реально очень тяжело. Очень тяжело. Можно сделать дис. В дискорда выйти. Пока уходим на базу, можно полосхитить, попробовать. Чтобы не пропадать добру. Также змейка управляется. Все изи. Можно отменять. Я на S всегда отменяю их. Атаку. И нормалек. Так, химик у нас АФК немножко стоит. Что-то такое. Так, сентрички есть, урна есть. Персеверанс. В пятером сейчас топ пойдем. Дефить. Сентричок заранее там поставлю. ПТшку на... ману сделаю. Жаль, нет ультимативной, но ничего. Будем пытаться разносить так, ребят. Я готов, в принципе. Выносить их. Вот так вот делаем. Махнется хп. Хорошо. Давай, давай, давай. Там сентричок стоит. Там сентричок стоит. Хорошо, размолотили. Есть. Гейл докачиваем, ребят. Не, ну, змей... Вообще, через, если ты идешь через страту змей, ты в идеале должен качать второй. В идеале. Но можешь не качать, в принципе. Гоу, 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 гоу. Изи. Хорош. Ну ты тоже в таверну отправляешься. За свое плохое поведение. Хорошо. Дальше душим. Что дальше можно сделать, ребят? Можно сделать что-нибудь в урон, потому что там хускар. А можно что-нибудь такое, чтобы были змеи у нас сильнее. А именно, что можно сделать, чтобы были змейки сильнее? Дискорд. Делаем дискордик. Баратрумчик, бро, ну чё ж ты стоишь-то, АФК? У нас все линии просели очень сильно. Надо пушить что-то. Что-то надо пушить, ребят. Не бегать АФК. Можно сделать дискорд. Можно уйти в какой-нибудь дэмэдж. Можно сделать БКБшку, чтобы активно драться.
Потому что мы сейчас на очень хороших бустах. Плюс сейчас будет Рошан еще. Можно сделать доминатор. Взять какого-нибудь крипа. Чтобы быть еще полезнее команде. Мы как бы, несмотря на то, что мы вышли с центральной линии, мы очень полезны сейчас команде. Очень полезны. Мы все делаем на победу сейчас. Можно в дэмэдж жесткий. Бабочки там, такое. Такие предметы страшные какие-нибудь. Только заходишь сразу. Так. Уходим. Блин, ну не хочу я пацана подставлять, но вот тут лучше атаку начну. На бару зачаржится, я тогда... Но я не умру тут. Я тут не умру. Там яда много. Умрет? Интересно. Бара. Ах, Бара тоже умрет. Ну, мы играем тут втроем. Алхимик что-то, блин, не знаю. Так, ладно, нужны четкие какие-то предметы. Гоу, сделаем. Дискорд. Пригодится. Есть. Хорошо. Через Дискорд. Вон, вы слышите этого петуха? Если честно, на каждом примере гайдов уже кукарекает. Это Лолу тоже просто ор. Это ор. Каждая премьера, он... Знаете, как будто его там убивают, он, ну, или в суп, его уже в суп, короче, закидывают, он такой... Жару с этого петуха, конечно. У нас легион ни рыба, ни мясо. А там пацаны нормально играют. Но будем дефить хайграунд, как бешеные псины. Так, меня заходят. У него там хайст. Ухуска даст и есть, ребят. Гоу резиста немного поменьше, ему сделаем. Надо, наверное, на низ идти. Боже. Хоть тавр заберем, давайте. Куда ты там на легионе? Го, уходим. Уходим. Есть рожь, кстати, ребят. Сейчас на рожь пойдем. Рош уже тяжелее будет сломать. Но и я сильнее стал. Все равно. Нужно будет хорошо протанчить, хилочку с собой взять. ТПшечку носим, чтобы не умирать от Хускара. Но там, блин, там уже просто все оверсложно должно быть. Выживет. У меня ТП-шка пока что в КД. 11 секунд. Можно побайтить. Нифига, он сдох. Вы понимаете? 11 секунд. Гоу-го-го. Ульта не в него. Изи фраг. Ну, там мана немного, кстати. Хорошо. Будет ультовать. У него маны там нет. Ну, скорее всего, умрет даже. Так, гоу. Вот это. О, смоков нету. Ничего страшного. Боже, выжил все же. Изи. Рошу, гоу. И летит мне мана. Хорошо.
Возьми на себя агро вот этим вардом. Боже, меня долбит просто. Все, забрал агр. Ребятки, ну вы там сами справляйтесь, пожалуйста. Тут рошанчик падает. Это иллюзия. На иллюзии пропалил, я пока ломаю. А, там вивер еще. Сбей паучка. Он сейчас ко мне, кстати, пойдет, вивер. Знаешь, что я тут. Река есть. Можно в некров выйти, можно. Че, ну я экспу с ним поделил. Ну, они дрались, я не знаю. Надо просто зайти в рошпит, подстянуть их сюда ко мне. Я, в принципе, бы что-то сделал. Оу. Яша. Хорошо. Вот так вот. Отлично. Стик продадим. Будем больше дэмэджа вносить. Можно треблаут сделать. Сейчас вот так, вот так вот. Деф низ и гоу мид. Изи. Вот так вот пишем, ребятам. Нужно только сентрички, сентрибы. От вивера. Сентрибы от вивера взять еще изи было бы. Хорошо, продаем. Уплотняемся мантой. Все. Гоу. Берем, нет, смока не берем, манку накидываем, побежали. Так сказать, мы уплотнились, плюс повысили себе МС, настоящий ловкач, так сказать. Но мы такие, знаете, и с руки можем навалить. Что у него там сакры, что ли? Уф, страшно, вырубай. Вивера тяжело будет убивать, если у него там сакры. О, да там просто дуэлька. Ах, не успевают. Линки, дуэльки, все вот это. Ломаем и уйдем. Идем просто в наглую. Да, мы в наглую там сломаем лица. О, я зацеплю. Любого. Килл любого. Троих зацепил. Чекайте. Чекайте, троих зацепил. Изи. Тавер, 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 товер. Товер, гайс. Молодчинки просто в команде. Виверна, молодец просто, отличник. Виверна, отличник в школе был. Ты что на вивере там хочешь? Все, ломаем, ломаем, ломаем. Делаем такие крипскипы, типа, да, ломаем спокойно. Ну, я стою в наглую, потому что у меня аега, в принципе. Все это прекрасно понимают. Далее, 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 далее. Просто ломаем и все. Не достаю виномусом. Хорошо. Рез делаем. Сбиваем паучка. У нас низ распушивается, да? Но надо запушить. Пушим, пушим, пушим. Просто пушим. Хорошо. Мид сломали и ушли. Нам низ просто будут ломать сейчас. Да-да-да. Спасибо за подписочку. Надо отойти. Слишком уже опасно. Низ заходит, я без хпмб. Но не успели сломать все равно. Надо еще уплотняться. Больше дэмэджа. С руки можно даже некра сделать, если тяжело у нас с пушем. Но у нас есть дэмэдж дилер, но он почему-то спит. Не вносится урон немножко. Можно сделать дагер. Можно
Да собирать сильвер. Сильвер можно сделать от хуска. Сюда. Не добил все равно. Кого бару поймал он там. Что-то от вивера можно сделать. Виверу просто можно ядом залить лицо. Типа он не выдержит дэмэджа. У него мало хп. Он может опять-таки их вернуть. Но это если его без ульты поймать. Будет прекрасно. Будет прекрасно, если его поймать без ульты. Все, до свидания. Слили КД, так сказать. Так, есть. Далее. Что-нибудь от вивера бы прекрасно было бы. Опять-таки себя уплотнить. Можно сделать тупо в наглую БКБ. Дамажиться. Гоу, я иду. Помогу. Тупо драться. И дальше что-нибудь еще такое на урон. Ой-ой-ой. ТБ надо слить резче. Хорошо. Хорошо. Комит. Отлично, подрались. Виверна, красавчик, все делает. Настоящий саппорт. Посмотрите просто, что он пособирал. Ребят, учитесь так саппортить. Смотрите, саппорт айтемы. Рано, нет, не рано. Минус 2. Го. Змей. Змей и ГГ. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Смело, смело, смело. Просто змеи, good game. Есть БКБ, есть манта, все есть. ПТ-ху только на инту и поехала. Изи барак надо сносить. Очень сильно досаждает вином для тех, у кого есть дагера. Бара сильно разогнался, конечно, но что поделать. Все, уходим. Верно уходит. Не берет он, я тут не буду. Не буду. Сейчас еще что-нибудь возьму, чтобы можно было драться. БКБ сделал на всякий случай. Не пройдешь. А, пробежит. С помощью своей кнопки. Смока пока не требуется. Не знаю, просто так юзать смок невыгодно. Так, гем у вивера. ПКБшка, возможно, даже лишний слот, но мы снесли мид. Лишний раз аганим делает. Кому аганим? Если бы мне дал аганим, было бы excellent. Вообще. Мне вообще было бы excellent. БКБ мне понадобится в тех случаях, когда меня начнут цеплять. Когда меня будут цеплять. Будет, когда страшно будет, вырубать надо будет. Ух, начал файт. Не попал я по нему ядом. Опа, пацану помочь надо. Дискордом снимем чуть дизар. Ой, дизар. Ты шо, пацан? На шишере. Валейкум ассалам. Конечно, гайд пишу, бро. Так. Трвала можешь взять.
не с задефи. Очень много денег всю игру. Уходи, 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 бро. Умрешь сейчас. Он мне аганим дал, кстати, химика, я не заметил даже. Убьете? Убьют, 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 убьют. Гем. Гем. Хорошо. Так, пора ДНД ставить, слишком много ребят пишет. Ломаем. Крипов очень много, крипов. Боже, не баш так сильно. Змейку уже с 4 ударов ломает. Мы так, в принципе, забираем. Забираем. Вроде укладываемся в змей. До 33 минуты, вот видите, как изи забирать, в принципе, через змеек. Надо отойти только, чтобы не топал. Сам бери сыр. Задушим пацана. Гоу-гоу-гоу, изи фраг. Иди сюда. Манты дизейблим. На вивера будем. Вот так вот делаем. Очень много впитывает вивер, очень много, очень, ему там ГГ просто. Очень много яда, плюс урна. Уф. Просто perfect. Даже БКБ не жали, на меня нету фокуса, боятся меня фокусить. Меня боятся фокусить, в случае, если будут фокусить, типа я мантой просто кайчу все и все. Ну, скорее всего, ГГ просто, просто ГГ тут. Уже сдаются пацаны. Беги. Хорошо. Сносим. Все, сбил дагер, сбил дагер, сбил дагер. Эх, не достал. Все, есть фокус, включаем БКБ. Жаль. А, деревья срубит. Хорошо. Хорошо. Ломаем. ГГ. С монопулом немного сейчас проблемы были. Но БКБ сейчас не зря нажал. Сейчас просто побежал. Хотя, в принципе, БКБ, можно сказать, тут лишний слот был, но все равно. Польза есть хоть какая-то, но есть. Молодцы, реально. Изи катка сыграли. Отлично, пацаны. Ну так вот. А как душили, да? Так, зайти в инвиз, чтобы... Душим, душим, душим. 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 Эх, ну сейчас задушат. Будут драться. Драться. Но сейчас будут душить еще раз. Страшно, вырубай. Сколько до БКБ? 3-4 секунды. Умрет тоже. Боже, как же это жестко. Как же это жестко. Гоу, пересоберемся. Тревел. Есть. Так, молния. Можно молнию сделать. Жаль, надо было чуть-чуть посидеть, ребят, пока он не взял. Пока он не взял гем, нужно было чуть-чуть посидеть в инвизе, чуть-чуть потянуть и, возможно, взять потом себе кнопку. Прождать просто немножко до БКБ. Так, ну первая смерть, такое на самом деле. Такое себе. Но ничего страшного. Рано или поздно это должно было как бы случиться. Но можно было без смерти выиграть.
Хорошо, сейчас молнию сделаем. Просто на себя кидать будем, если что, такая драка, то это ГГ будет просто. Хорошо, берем. Вижу. Он будет глаза на лоб убегать просто. Пойдет по дефолту, может быть, убью. Линка восстановилась. Триста дэмэджа с руки просто. Так, курочку. Вот это взять. Иду, ребят. Иду. Иду, 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 иду. Кто еще сдохнет с ульты? Хорошо. Просто. Классика. Просто. Химик, красавчик, тоже запулил Аганима. Просто тут похлопать стать. Ребят, ставьте лайк под премьеру за такой гайд. Просто это вытаскивание на виномансере. С помощью команды. Команда красавчики, Виверна. Очень все хорошо сделал. Хорошие саппорт айтемы. Идеальные. Идеальные саппорт айтемы. Просто отлично. Баратрум все делает. Химик запулил. Легион немножко не доигрывал. 2.13.7. Но все равно мы в плюсе в конкретном. Хорошо сыграно все. Все хорошо сыграно. Красавчики. Идеально. Молодцы, ребята. Го, топ. Я с ТП. Рошана, главное, не забывайте, что Рошана можно забирать. Седьмой левел, ПТшка, Аквила. Чуть-чуть подблочите, хилочку обязательно с собой, ребят. Потому что раньше Рошпит был растянутым. Раньше можно было поставить змеек, но тут, понимаете, тут не поставить. Я тестировал, там уже никак не поставить. Не получится просто. Так, чтобы прям, ну, чтобы не было вас видно, что вы змеек туда спамите. Не получится уже так, к сожалению. Вот, и поэтому, ребят, советую вам брать хилочку, чуть-чуть подтанчить. И потом только пытаться забирать. По-другому никак. По-другому никак, к сожалению, гайс. Так что, ребят, держите в курсе. Рошан, седьмая минута, изи падает. Дальше тяжелее. Обязательно, ну, желательно, если вы хотите забрать Рошана, то идите... Прям седьмой левел, строго на мид, и типа все, и ГГ, и заканчиваете. Больше ничего делать не нужно. Че, ласт файт будет или нет? Или не будет ласт файта? Походу не хотят. Ну, ГГ, ребят, вот такая вот каточка на Веноме. Вытащил, спасибо пацанам, команда очень хорошо сыграла. Лучшие просто. Молодцы. Молодцы. Команда отлично сыграла. Такая вот катка, ребят. Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан, ребят. Буду очень рад вашей поддержке. Гайды выходят 2 раза в неделю. Поехали некстовую катку. Покажу, как играть через первый и второй. Сейчас мы играли через третий и второй, в принципе. Вот такая катка. Go next. Итак, друзья, почесали ладошки, почесали, закатили рукава, опять second game. Поехали, second game, mid lane пишем, ребят, mid lane играем через фазы, и первый, второй. Прости. Кто зашел тот... Хорошо.
Поехали. Где там наш Venomous Gale? Where is the... Guide stream. Гуиде. Что-то слишком много чел пишет уже. Так, ребят, напоминаю, через что будем играть. Попробуем играть 1-2. Посмотрим сейчас, что будет за линия. Если линия будет такая удачная под 1-2, мы... Бару пик это еще. Так, баратрумы всякие, вот эти вот. Ох, если тени будет, в игре, то... Если тень на мидлейне будет, то будем 1-2 качать. Соответственно, на роше мы не пойдем. На роше мы пойдем немного позже. Соответственно, будем брать фазы. Фазы для стрейфов, чтобы овнить тини. А потом будем пытаться раскачивать третий, чтобы пойти в рош пит. А потом будем просто писать минус FF, потому что там Найкс и вот это все. А почему я смотрел на пальцы, я сейчас не понимаю. Ребят, всем хочу пожелать хорошего настроения, хорошего аппетита, покушать, покакать, там всего вот это, чтобы все было отличненько. И поехали. Вторая игра. Venomancer. Вторая игра Venomancer. Едоносный чувачок. Лохи есть лохи, что тут сказать. Вот парниша все знает. PvP, Warcraft, Найкс играет сегодня. У нас покажет, у нас тут Найкс отличный заход. Так, выходит у нас алхимик на нижнюю руну. Алхимик должен забирать у нас тут руну. Отлично, никого не видно, ничего не видно. Ласт пиком пикает лейта, берет фантома лансера. Марита, там единственный такой омник будет. Ладно, ребят, закрываю свой рот, а то некоторые пишут. Эй, рот закрой, много разговариваешь. Дайте мне руну. Так, стоп-п. Драка за руну, надо ее победить. Победил драку за руну, Venomancer идет, отлично, на мид, получает у нас буста. Нет у нас курьера, но курьер мы купим позже. Начинается у нас жесткий файт на низу. Баратрум пытается стопить своей жесткой, получает дагер у нас тут отличный. И кидает тосом у нас тут, тосом кидается у нас Баратрум в прекрасного алхимика. Алхимик заходит за деревица, но будет кидаться там еще сейчас один дагерок. А это значит, что скорее всего алхимик будет умирать, но алхимик еще до сих пор живет. Смотрите, уходит под тавр, живет алхимик у нас, живет, кидается у нас тосом. Ой-ой-ой-ой-ой, мартретка добивает у нас химика, делается чарж на мартретку. Мартретка тоже хапает, но мартретка умирать не будет. А это значит что? Что команда сентов отдала ФБ, и это очень плохо. Venomancer не может добить ни одного крипа с пачки на центральной линии. Это значит, это хосты дно полностью, парень, так сказать, оправдал. Печально. Омник на миде, это хорошо. Ты что хочешь? На третьем левеле будем разминать, пацана. Пытаемся добить вот этого крипа, не добиваем. Хилит крипов, люблю омников, которые хилит крипов, а не себя. Будет подходить, буду больно дамажить. Добиваем. Добиваем. Хиль крипа. Шо ты? Не хочешь крипов хилить? Идет себя хилить. Хитрюга. А шо ты? Ой, в упор промахиваюсь. Как же так? Ладно, это называется заразговорился что-то. Биротан. Крипов хиль. Себя хилить не надо. Он ли крипов? А шо ты? Подойти не можешь. Боишься ли шо? Purification в троечку. Это уже хорошо. Это уже много хила. Но пока не даем ему стоять. Venomancer не дает стоять на линии. Не дает. Это такой герой. Хиляйся. Он попытается меня сейчас забрать, наверное, да? Давайте разминочку ему устроим. Глобальную. Так, курочка нужна мне. Курочка нужна. Открываем через круг силы. Сапог цешечка. Присылаем себе. Хорошо, пока с фармом не очень, но мы держимся. Агрессивно. Оника надо гонять. Крипчиков добивать. Хорошо. Хорошо. Отлично. Юзаем. Нет, не юзаем пока. Рекуру. Нету руны. Возвращаемся на мид, главное ничего не потерять. Быстрее, пожалуйста. Отлично.
Не теряем крипов. Хиль крипа. Сегодня крипов, походу, не хочет хилить больше. Понимает, что хилить крипов это немного неправильно страта. Ребят, фазы. Надо фазы делать. Если честно, омник на миде это очень прискорбно тем, что особо сильно я его не смогу задрочить. Потому что у него как-никак хил. Вот Тиника просто изи овнинг. Вов, немного поднимемся, подеремся. Нет, не хочет он принимать этот файт. Все, у меня нормально, да, по АБС, но прогуливаю крипа. Надо было просто проверить, нормально ли все идет или нет. А то я тут распинаюсь, все как обычно, ребят, для вас, чтобы вам было интересно смотреть эти премьеры гайдов. Премьеры гайдов, это очень круто, это очень интересно. Я надеюсь, вам нравятся мои примеры, вам нравится то, что я делаю. Их не добью тут никак. Го, хил, ТПшечку. Вардик, вот такие 4 слотика. Хорошо, он пошел на руну. Надо экспу убрать вот эту. Чтобы он прогулялся. Мало ли там монетка. Если там нет монетки, чтобы он еще сильнее прогулялся, парень. Чтобы он вообще в экспе во всем просел. Хорошо. Два раза напишу СС. Хорошо, ну пока фармим, видите. Стою соло, выгнал его просто с линии, отзонил. Прям выгнал, прям даже не отзонил. Отзонить это просто когда он отошел и стоит. А тут я выгнал просто, я соло стою против крипов. Вот это 1-2 виномансер. Просто 1-2. Ага, идут. Не, ну туда идти не вижу смысла. Крипы далеко слишком. Крипы слишком далеко. Я 2 или 3 раза написал ССшку. Фармим, пока есть возможность. Дофармливаем фазы свои. И дальше доминируем эту линию. Мы уже, в принципе, в доминировании тут на этой линии. Типа, и о чем речь? Так, не добивай. Ох ты, хитрый дед. Ну, деды воевали, дедам надо уважение, ребят. Тут. Это без рофлов сейчас. Деды воевали наши. За наше чистое небо над головой. Все мы должны это ценить. Странно, вроде не 9 мая, да? Так, есть фазы. Виномуса докачиваем. Стоим просто соло против крипов, потому что выгнали пацана. Че, крипов хилить будешь? Не хочешь? Меня хилить будешь? Или себя все же? 90 маны там. Но он умрет, скорее всего. Репел 5 секунд. Хотя нет, вряд ли. Но все равно. Not bad. Not bad. Но у него на хила не было. Маны. Овнем линию. Аквилку, ребят, не забываем. Виномансер требует аквилу. Всегда. Сейчас просто посмотрим. Фазы плюс аквила 50 урона. Плюс стик возьмем, потому что там нюки активные есть. Дед злой, тавр злой, посмотрите, все душат виномансера. Все, 1-2 докачали. Почему не берешь ультимейт? Некоторые спросят. Потому что не вижу смысла, когда стоишь вот так вот на линии, с ультой просто так стоять лучше. Вот так вот лучше. Че там, братан, у тебя 5-й левел, у меня 8-й. Го, подеремся. Крипа хилит. Крипа хилит, бро. Вот найс, да, purification, казалось бы. А сколько дэмэджа внес? Казалось бы, крипа хильнул. Кура нужна срочно. 2 хилочки нести надо. Без хп стою. Крип меня сейчас может обмануть. Но он бежал себя хилить. Но мог, если честно, додуматься. Мог додуматься. Я сейчас могу умереть от тавера. Закупался. Холодный расчет, ребят. Холодный расчет. Холодный расчет. Возвращаемся. Берем. Что ты там фармишь лесочек на Найксе и кричишь? Вы все ракви, я прио. Бери вот это. Понесли.
В Ираке я про. А ну, иди счекай, что там у нас за руна появилась. Имеет ли смысл туда идти? Хорошая руна. Имеет смысл. Слышу. Слышу, что кто-то лупит там курьера. Слышу тык такой звук. Это Найкс был. Найкс ДД забрал. Такой тык. Ты что там, ласхитить собрался? О, Марита пришла. А вот если б не Марита... А если честно, я думал, Бара чардж даст. Почему он не давал, я не знаю. Бара... Бара... Ладно, не будем что писать, но Бара мог раньше чардж нажать. Типа, и вот-вот, ну, убить, реально. Урну еще одну закинул, да? Хорош. Но Марита пришла. Марита, конечно, это невзначай. Марита невзначай. Пойдем сейчас побегаем. Мидлейн спушили просто так, отзонили всех. Надо сейчас просто собираться и душить. Гоустик возьмем. Но Омник, видите, как пьер дэмэджем очень сильно дэмэдж вносит. Очень-очень сильно. Хорошо, есть тпшечки, есть манка, есть хилка, есть все вот это дело. Можем ультимативную взять. Но не будем. Гоу змей. Скилл билд такой. Десять-11 ульт возьмем. Или можно змеек в троечку и Рошана. Попробуют пойти. Эх, промах сразу. Ну, блин, хотя бы мувспид замедлил бы. Но опасно сюда мне подходить, потому что тут Омник и Марита. Марита! Гоу. Давай-давай. Вот этого пацана триггерим. Закрываем проход. Умрет с яда. Хорошо. Проход, главное, не забыть закрыть, ребят. Видите, сюда он идет. Опа, змеечку поставили. Добрый вечер, Омник. Ух ты, Сларки. Ух, Сларк все подобивал. Хорошо. Овнинг. Виномансер это Овнинг. Сало дал, главное, Войд дал, все дал, Бара там работает. Видите, я о чем говорил, Рашпит, то есть, ну, Рашпит просто закрыт. Ну, то есть, раньше Рашпит был вытянутый, можно было змеек наставить, а сейчас нельзя. Сейчас змеек вы никак не наставите. Поэтому через хилочку вытанковываем. Гоу, 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 гоу. Войда. Достать Виномусом, все, она труп. Она труп. Сурны? Сурны убирает. Умирает она. Сурны умирает. Мне нравится Найкс тем, что он стоит в лесу, а ФК просто фармит крипчиков и кричит, что у него там команда. Вот смотрите, вот так вот берете змейк. Ах, проходик не сильно такой. Змейкой закрыть можно было, типа. Сейчас мы его закроем, тиммейта нашего. Почему иногда фазы профитнее собрать, чем ПТшку? Потому что змейки мы будем игнорировать. А змейки у нас имеют хитбокс, поэтому... А если змейки работают, то есть, смотрите, вот допустим, вот все, мы тут пройти не можем, вот здесь вот мы не можем пройти, но если мы нажмем фазы, мы вот здесь можем пройти. То есть, соответственно, фазы иногда... Боже, смотрите, сколько дэмэджа я вношу. Все, отходим. Он умрет, он умрет. Это 1-2 веник, 1-2 веник, вы просто посмотрите на него. Он умрет. Смотрите, умирает, вот здесь где-то. Ну почти, почти. Лол. Ну Бала сделал свое дело. Ну мы пушим. То есть можно сказать 1-2 и плавно переходит в пуш наш персонаж. Это очень топово. На самом деле. Вот просто Овник. Ну тут Овник всей карты идет. Хз. Овник всей карты. А мы просто тоже Овним тут. На фаст пуш. Можно сказать, даже фастовее этот пуш получился, чем в билд на фаст пуш. Просто тут, получается, мы не даем вообще на линии никому ничего. Просто мы выгоняем с линии. Мы просто выгоняем с линии Горошу.
Армлетер. Я у мамы армлетер. Берем вот такую тему, делаем. Кто настоящий? Ой, а там, смотрите, еще пацан на тине. Ого-го. Веномус КД. Есть, достал. Боже, не попадаю просто. Но умрет. 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 Слишком много дэмэджа там. Найс. Можно ТП на топ? Там много фарма. Змейки, ребят, по чуть выходим. Будет изи. Виномансер — это персонаж, который постоянно дерется. Ему нужно постоянно драться. И он, несмотря на то, что... Это как Хускар. Типа вы, если... О, это мутик. Это мутик. 30 дней. Пох. Ну, посидишь в муте, подумаешь о своих словах. Обманщица, ты куда? На Марите обманщица. Хорошо, 4К есть, можно поесть. Ост, чё, ост? Я люблю, когда пишут ост. Просто ост, ост. Интересно, что вы делаете на то время свободное, которое вы выигрываете с написанного слова ост? Боже, я хожу просто по линиям, забираю фармы и попутно еще запушиваю. Просто агрессивно муваюсь. Змеи в двоечку, да? Ну, я яд, если бы не вкачивал там. Че, 15 минуточка, что ли? Без шансов вообще, катка. Я хз, просто без шансов. Вы хоть пофитьте, что ли, для приличия? Как я это сделал, разочек, так сказать. Хорошо. Гоу, 4К есть, можно поесть. На базу побежали. Что собрать можно? Можно также выйти в... Блин, я не знаю, Дискорд. Дискорд, напоминаю, что делать. Дискорд снимает у нас резисты. 30%. Марита дерется. В надежде победить Баратруму, который на бустах 1800 хп в армлете. Там вард стоит. Найксик зато в лесочке постоял, такой думает, а чё это они фидят, конченые? Я же сильный. Зато в лесочке постоял просто. О, барана фидил, ясно. Гоу в дискорд, дефолтный, так сказать. Дефолтный дискорд. Манка, там все дела. Если я в Мариту попаду... Блин, даггер хочется, если честно, сделать. Даггер хочется сделать. Если я в нее плюю и кидаю дис, это типа ГГ, 100%. Умник идет. Кодагер возьмем, да, наверное. Не знаю, что умник хотел этим самым мувом. Даггер возьмем. От Найкса даггер, чтобы не покупал он лотары, соответственно. Вот так вот и пойдем. Что лучше, да? И сейчас пойдем в рож. Возьмем сейчас змейку в 4. Тини там прокаста дает Сларку. Ну хоть убейте для приличия-то. Сларка хотя бы. Все, гоу. Рож. Какая боль, да. Немного потанчим. Все. Пусть ломает. Какая боль. Какая боль. Че там? 1-7 раз. 2-6 мусорки. 0-4-0 там. Да? 0-4-2.
ломается на изи Рошан. Индейцы. Понимаю. Ну, так орал. И ломаем. Но, немного не успеваю я спаунить их. Видно по дэмэджу. По дэмэджу видно. Но заберу все равно. Изи. Главное после тычки давать, чтобы не сбивать себе. Сларк идет, палит. Не пали. Не пали. Я сам. Я сам заберу его. Обузим Рошана с помощью Веномансера. Пусть побьет немного, Гаузмей откатим немного. У меня реген есть, армор есть. Забираем. 18-я минута. Просто со змеями. И главное, немного подтанчить и все. Дальше изи. Как в прошлой игре у меня все ТПшки были. Все, изи кат. Есть. Огоним, ребят. Хотя там омник. Найкс. Go арчит сделаем. Или хекс. Хекс у Мариты отключит промах. А можно все сильвер сделать. Можно Юл. По низу пойду. Немного. Поставлю змейку для вижена. На топе, хотя все там. ПЛ еще. Фармируем, так сказать. Хорошо. Не забываем ставить иногда змейки на место вардов, чтобы был вижен. Ночью вижен, к сожалению, не такой здоровый. 800 всего. Но все равно. Все равно на ХГ надо поставить срочно, чтобы видеть хайграунд немного, чтобы Марита. Как только дагер кинула, мы ушли. Все, отходим лучше. Так, сделаем. Что хочешь от меня? Больно? Больно. Можно вот тут так змейку поставить, зайти сюда, допустим, и закрыться, да? Че, гоу по крип скипаем. Вот так вот. Блокпост сделаем. Блокпост сделаем. Здесь. Пост блокировки, так сказать. Все хорошо. И можно вообще засесть, допустим, здесь вижен есть, здесь вижен есть, заседаем, допустим, здесь, спамим вот здесь вот постоянно змеек, просто делаем такую волну змеек просто, и как только они тут, змейки умирают, мы можем спокойно это все дело пресекать. Аккуратненько подспамливаем дальше. Просто одну линию можно вот так занять с некрами, допустим, и душить, 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 и тавра душить, потом начинать далее душить. И продолжать. Вот хайграунд просто зашли. Сзади вижен есть, сбоку надо только. Все, крипчика усметаем быстренько. Аккуратненько. Хорошо. Не могу прокачать скилл. Ну, пол хп тавру есть. Делаем блокпост здесь. Просто блокпост сделаем. Аккуратненько. Дальше пойдут ребята, наверное, дефить тут. Не дефить, а пропушивать. 3к есть тут. Просто денежки ползут на данном персонаже очень жестко, потому что мы постоянно сметаем пачку крипов стабильно. Оп. Хорошо. Оп, отходим. Еще блокпосты делаем. Маны нету, конечно, у меня уже. Боже, что происходит? Ага, Найкс. Че, нажмем кнопки тут? Ты настоящий? Хорошо. Просто путаемся, главное. Путаем enemy, главное, чтобы маны хватало. Маны, видите, не хватает.
Оп, на ХГ поставили. Все, и на низу засели, пока нас отсюда не выкурят. Пока мана не кончится, пока мы сами не уйдем, мы типа будем тут сидеть. Омник крипчиков хиляет. Классика жанра. Ты что, его убить собрался? Оу. Гоу, сдохнем, наверное, да? Оп, перекрыли дорогу. Накс вытолкнул. Лол. За мной по-любому полетит. Тут как бы ничего не сделать. Но все равно Аегис есть, можно поесть. Аегис на то и берется. 4К есть, ребят. 4К формат. 23-я минута просто задрочила им хайграунд. Ребята пришли помогать. Go Aghanim. Все, изи катка. Пушаем крипов, убиваем, пока ребят, глиф всегда, когда глиф юзается, всегда нужно сливать крипов. Потому что в глифе как бы дэмэдж, ну, непрофитный, непрофитно вливать дэмэдж. Ну, если видите, что там вообще лоу-лоу-лоу-лоу хп, типа, да, то можно. Хорошо. Ломаем пока. Оп, и отходим. Марита душит. Марита душит, но барак, барак, змейки, барак, работаем на барак. Все, отходим. Там тини еще. Тини. Все, уходим. Омник под ядом. Ну, не сдохнет. Но барак я допушу. Отлично. Есть, и гоним. Будем тупо прыгать. Гоу, Лотар еще до кучи. Почему нет? А че бы нет, ребят? Лотар до кучи. Прыгнули, плюнули, в Лотар зашли, убежали. Боже, смотрите, куда мои айтемы летят. Вот так вот. Ну, стик продавать будем. На алхиме лол на 85-й карте Скади. Да, 85-я карта Скади Химоса, ну, сомнительно. Можно, в принципе, никто не спорит, но все равно. Как бы профитно делать Радиенс, потому что очень быстро фармишь монетки, не монетки, все это ты подбираешь быстро, как просто как бешеный чувачок ты это все делаешь. И как бы так, ребят, wake up, проснитесь, go, драться. Делаем тут такой небольшой фарм-отсек. Аганим есть, все есть. Сейчас будем драться. Будем просто прыгать, уходить в Лотар. Смотреть, что происходит. Тут этот хилится, стоит, как обычно. Вот этого крипа я не люблю очень сильно, потому что он затормаживает тему с отводами. Ну, не насильно так, чтобы прям вообще жесть. Чтобы он, ну, это блочился, но он блочит. Инвиз, я понимаю. Ну, отойдем. Отойдем. Че там по фиду? Я не топ-фидер на карте. Вот когда пишешь гайды, никто не знает, кто ты, из-за тобой не бегают. Чиш. Go, Claymore. Есть. Все, go, душить. Go, mid. Пишем пацанам, агрессировать будем сейчас. 17-й. Go, апнем, чтобы уже по красоте было. 17-й. Вот сюда ставим. Вдвоем. Да изи. Ну, я там плюну, там все сдохнут. А, очень страшные айтемы, ребят. Очень страшный. Рош есть.
Марита БКБ нажала. А у меня-то лотер еще есть. Боже, что сейчас там будет? Сколько демеджа я сейчас внесу? Найкс дерется. Боже, столько яда. Видели, я плюнул, отошел сразу. Рош, гоу. Рош. Да пофиг. А, ну хотя минус 5, да, какой рошан можно идти заканчивать. Минус 5. Ты чё такой агрессивный? Ладно, ломаем просто. Чё мы там на рошане пойдем-то делать? Ладно, не буду с ним общаться, типа до его уровня опускаться. Изи рошанчик опять. Хорошо. Вот за вот эту полоску нельзя выходить, иначе вас увидят в рошпите, ребят. Соревнуются, кто хуже. Блин, мне нравится логика Найкс, он красавчик. Ой, убивают. Он типа стоит лес, фармит, и типа ему не нравится, что фидит команда. Так выйди, помоги команде. Го-го-го, Химос. Протанчишь? Я устал, если честно. Бери, брат. Борат. Бери, бери. Я не буду брать. Хорош. Молодчинка. Бара там до сих пор бежит, он к нам ведет его. Поела. Хорошо. Химик взорвался. Фу. Страшные Найксы. Ты что от меня хочешь? Меня не надо трогать. Крипчик. Крипчик. Ребят, ну такая фан-катка, я хз. Ой, все, промахнулся всем. Абсолютно всем, чем можно было промахнуться, я промахнулся. Боже. Найс. Еще и кого-то под колодцем даже забрал. А, не. Омник. Подох. Прям на входе. Найс. Ну, такой, ребята, у нас гайд вышел на Венома. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте лайк и ждите новых выпусков, реально, ребят. Обязательно пишите в комментах, на кого вы хотите увидеть еще гайд. И, в принципе, все. В принципе, все, задушили. 30-минуточка, ребят. Все, всем спасибо, хорошего настроения и до скорого. Поехали.